Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, անդրադարձ մամուլի ակումբ այսօր հյուրընկալել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին, շնորհակալություն պարոն Իսկանդարյան։ Այսօր կփորձենք պարոն Իսկանդարյանի հետ հասկանալ Արցախյան հակամարտության կարգավորման ներկապուլը ինչ իրավիճակում են եւ ինչ սպասելիքներ ունենալ հունիսի վերջին նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումից։ Урегулирования, были попытками урегулирования карговорения. Это то, что происходит сейчас, это попытка реанимировать Минский процесс для того, чтобы он существовал в качестве одной из гарантий политической безопасности. Это пытаются сделать все три сопредседателя, условно говоря, чтобы противостояние частично, не полностью, каким-то образом перевести из поля боя за стол переговоров. Я не думаю, что вообще можно достичь каких-то очень серьезных успехов. Максимум того, что будет подтверждена встреча максимум, повторюсь, того, что будет, это то, что будут попытки назначить следующую встречу, просто чтобы контакт сохранялся и чтобы был вот этот формат, который есть единственный формат, интернационализирующий конфликт, чтобы продолжался переговорный процесс. Я довольно пессимистично отношусь к возможности установить мониторы на границе. Азербайджан этому должен противодействовать, это логично было бы с их стороны. Я думаю, что риски после апрельской эскалации увеличились, а не уменьшились. Я не думаю, что есть вероятность войны настоящей, но вероятность того, что резко удастся понизить уровень насилия, уровень активности, и там наступит тишь и гладь, мне представляется маловероятным. Но, тем не менее, сопредседатели хотят процесс продолжать просто для того, чтобы он был, для того, чтобы обеспечивать или пытаться обеспечивать какой-то статус-кво. Вот примерно так. Встреча есть результат. Факт встречи, то, что удается сделать так, что президенты встречаются, есть результат работы Минской группы. Сам факт того, что это происходит, есть результат. Других результатов нет, я не думаю, что... будут говорить всякие слова о том, что сделан шаг, стороны подтвердили, потом Алиев и Саркисян разъедутся по своим столицам, Алиев будет говорить одно, Саркисян будет говорить другое, неважно. Но то, что Минский процесс продолжается, повторюсь, это попытка реанимации Минского процесса, то, что сейчас происходит. Минский процесс, ведь если мы обратим внимание, даже до апрельских событий, последние 3-4 года, там ведь попыток урегулирования реально не было. Там были попытки поддержания статус-кво. И сейчас пытаются этот формат реанимировать, а урегулирование, по-моему, говорить рано. А так встретиться, и слава богу, если будет встреча, если будет какой-то кабинете, если удастся их посадить за один стол. И тем более, если будет подтверждено, что они в следующий раз встретятся, это и будет результатом встречи. Да, я вижу, конечно, у России есть своя игра в Азербайджане, своя игра в Армении. Это постоянно существующий формат. Никакого верчи-шаджана я тут не вижу. Были визиты Путина, знаменитые уже, которые у нас обыгрываются в прессе, по-всякому, с поставками вооружений. Были соглашения по газу. Сейчас, судя по всему, всерьез обсуждаются Азербайджана, Ирана, российские проекты. У России есть свои интересы, связанные с Азербайджаном, есть своя повестка дня. Связанная с Азербайджаном, Россия ее осуществляла, осуществляет и будет осуществлять. А также с Казахстаном, а также с Белоруссией, и так далее. Да? Касается ли это напрямую
российско-армянских отношений касается. Не это последнее оживление, а вообще Россия, имея взаимоотношения с Азербайджаном, должна учитывать повестку дня, которая у нее есть с Арменией, и наоборот. Мы очень часто смотрим на эту проблему из Еревана, что не очень верно ее описывает. Аберрация это называется, искажение. Если смотреть на нее из Москвы, мы и азербайджанцы для них как какие-то сиамские близнецы, делая что-то с нами, они учитывают их, и наоборот. Это тоже происходит у Армении тоже буквально сейчас. Я не имею возможности об этом говорить, не потому что секрет держу, а потому что это в республике, наверное, знают человек 5, 7, 10, я не знаю. Но у меня есть индикаторы для того, чтобы видеть и понимать, что идет чрезвычайно интенсивное взаимодействие Армении и России сейчас, связанное с поставками вооружений и с безопасностью. Вне всякого сомнения, этот процесс идет, это можно видеть, да, ну как-то индикаторы видеть, что что-то происходит. Это тоже, это другое, так сказать, и это всегда так будет. И вот эти панические настроения, которые есть я это называю фейсбучной аналитикой обычно, да, фейсбучной аналитики, они зря, потому что мы с этим будем жить. Это не нынешнее оживление. Это будет существовать все время. Россия всегда будет взаимодействовать с Азербайджаном. В каких-то вещах ее взаимодействие с Азербайджаном будет более серьезно, чем с нами. В каких-то наоборот. Это константа, это свойство политики Российской Федерации, да, впрочем, и не только Российской Федерации. Да. Вот у нас есть самостоятельная повестка дня взаимоотношений с Россией, например, и с Грузией. А Россия с Грузией, между прочим, воевали, не имеют между собой дипломатических отношений, и у них проблемы просто выше крыши. У нас есть повестка взаимоотношений с Россией и повестка отношений с Украиной. А Россия с Украиной, ну, в общем, можно сказать, что почти что воюет сейчас, да. И тем не менее у нас есть взаимоотношения и с теми, и с другими. У нас есть взаимоотношения с Ираном. И у нас есть взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. А то, каким образом Соединенные Штаты Америки относятся к Ирану и наоборот, мы видим. И так далее. То есть Россия поступает так же, просто страна гораздо более крупная. И это важнее для нас, да, мы страна не такая крупная, как Российская Федерация. Но это константа, это всегда существует и в данный момент тоже. Я тоже не стал бы отрицать возможность эскалации. Я, собственно говоря, это сказал в начале, да. Я не думаю, что это может поспособствовать встреча президентов прямо. Встреча президентов направлена в обратную сторону. Да, президентов хотят сопредседатели, чтобы они встречались для того, чтобы насилие понижалось, а не повышалось. Но у Азербайджана есть своя повестка дня, согласно которой насилие на границе, ну, то есть я имею в виду всякого рода акции, стрельбу, диверсионные акты, иногда артиллерийские эскалации и так далее. Эта повестка дня у Азербайджана есть. Я не знаю, когда. Я более-менее уверен, что этого не будет до 19 числа. Но после этого, я не знаю, когда. Я не знаю, это будет скоро или не очень. Через 3 месяца, через 2 месяца, или через полгода, или через год. Но представить себе, что вдруг вся та логика, которая существовала с 2009 года примерно, когда начал повышаться уровень насилия, что она вдруг исчезнет, мне сложно. К сожалению, я рад бы был, конечно, ошибиться, как гражданин Армении, житель Еревана. Но как политолог, я думаю, что это чрезвычайно вероятно. И это может быть, да, это может быть, что как и было, так. Собственно, тут простая логика, тут политологам особо быть не надо. Да? До апреля
регулярно последние годы это случалось, и уровень насилия повышался. Что случилось для того, чтобы это вдруг исчезло? Кто и каким образом мог сделать так, чтобы Азербайджан перестал это делать? Я этого инструмента не вижу, поэтому я думаю, что это весьма вероятно. Но со встречи президента не имеет связи, это может само по себе отдельно от этого произойти. Ну, давайте я не буду за них говорить, я за себя говорю. Мне кажется, что это чрезвычайно трудно. Никакой мотивации у Азербайджана для того, чтобы поставить эти, для того, чтобы установить мониторинги на границе, нет. На самом деле проблема-то техническая. Ну, нет в этом мире людей, которые занимаются этой проблемой и которые не понимают, кто первый стреляет. Ну, нету такой проблемы, что вот поставят монитор, вай, скажут, а мы-то не знали, а мы-то думали, что стреляет кто-то другой. Да? Конечно, всякие такого рода слова говорится, надо установить, надо расследовать и так далее. Но политически абсолютно очевидно, что у армянских сторон нужды к тому, чтобы насилие увеличивалось, нет. Не потому, что армяне добрые и хорошие, а потому, что армяне победили в войне 91-94 годов. И проблем военного и политического характера при помощи боевых действий, по-серьезному, да, нет таких проблем, которые можно что делать, брать Баку. Ну, не серьезно это все. У азербайджанцев наоборот. У них есть причина тому, чтобы стрелять. Соответственно, тут, в общем, все понятно. Мне кажется, что если бы историки не говорят, если бы, а политологи могут, наверное, если бы с азербайджанской стороны не раздавалось бы никаких выстрелов, и с армянской бы не раздавалось, это понятно. Чего такого особенно нового установят эти мониторы? Но армянские стороны, естественно, заинтересованы в том, чтобы это попробовать пробивать, а азербайджанская сторона этому довольно сильно противодействует. Я не вижу причин, чтобы она перестала этому противодействовать. Они что, хотят перестать стрелять? И я не вижу инструментария, при помощи которых их можно заставить это сделать. Этот инструмент и есть политический, но они недостаточны, на мой взгляд. Поэтому, мне кажется, опять начнется вот этот танец маленьких лебедей, когда одни пытаются, другие не соглашаются, а для того, чтобы это произошло, нужно две стороны. Дело в том, что это просто, ну, мы как-то вот стали это обсуждать вот после апрельской эскалации, да, реально же очень давно обсуждается эта необходимость мониторинга границы, и азербайджанцы всегда противодействуют. Ну, опять же, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что слова говориться будут, а инструментально, мне кажется, это, ну, пока сложно. Պարոն Իսկանդարյան, այսպես մի հարց, Հայաստանը հոբ համաձայնագիր պետք է ստորագրի Ռուսաստանի հետ, դա մի կողմից ձեր կարծիքը լավ է, թե վատ է, դա հայերեն ո՞տը հոբը ինչ է, հակաօթային պաշտպանություն, Հայաստանի համար դա լավ է, թե վատ, եւ դա որքանով է շահկապած 200 միլիոն դոլար վարկի հետ, ըստ ձեզ, որովհետեւ վարկի հետ կապված պաշտպանության նախարար վարչապետը հանդիպեցին զենքը բերելու, բայց այդպես այդ զենքը չկա, փոխարենը մեզ սեղանին դրվեց հակաօթային պաշտպանության համատեղ համաձայնագիրը Ռուսաստանի հետ. Значит, армянская и российская система ПВО реально технически объединены. Это хорошо или плохо, я не знаю. Точнее, знаю, конечно, но не говорю никогда, работа у меня такая, не могу так говорить, что хорошо, а что плохо. Но судите сами, полезно ли Армении с ее довольно, есть такой термин, извините, маленькой стратегической глубиной, размер Армении маленький и страны небольшого размера, у них есть проблемы с обеспечением стратегической глубины перед ракетными и авиационными нападениями. Да долететь легче. Там какой-нибудь натовский самолет для того, чтобы до Москвы долететь, ему одно время нужно, а условный азербайджанский для того, чтобы долететь до Еревана или турецкий другой, да, ближе по стране. Соответственно, пользоваться возможностями противовоздушной
воздушной обороны такой страны, как Россия, ну вот решайте, это хорошо или плохо. Пользоваться разведывательными возможностями России, их радиолокационными станциями для того, чтобы видеть, что происходит на территории Азербайджана, на территории Турции, на территории Ирака, на территории Ирана. Да, плохо это или хорошо. Пользоваться теми возможностями, которые мы не можем обладать просто в силу ограничений нашего размера и нашего бюджета армейского. Да. Соответственно, речь идет о том, что эти ПВО работают вместе. Они давно работают вместе. Но сейчас момент острый. Люди чего-то читают, чего-то слышат. Услышали об этом договоре. Раньше в Армении, на мой взгляд, было две самые массовые профессии. Это профессия спортивного комментатора и политолога. Их было по 3 миллиона. Теперь прибавилась третья массовая профессия. Это профессия военного стратега. Их теперь тоже 3 миллиона. Вот они прочитали что-то в договоре. Какие-то слова там увидели и начали против этого протестовать. Реально процесс довольно сложный, он технически довольно сложный, он прошел довольно давно. Армения пользуется российской системой противовоздушной обороны уже сейчас. Разговоры об вот этом переподчинении и так далее, это все для домохозяек. Показывает это абсолютно другие тенденции армянской общественной жизни с ПВО никак не связаны. Вот некоторые тренд антироссийской риторики, который сейчас есть, это другое. Это просто для него находится то один повод, то другой повод. То это памятник какой-то, то это, я не знаю, то договор какой-то, то экспорт, импорт чего-то, то еще чего-нибудь. Это другое совсем. Об этом очень интересно поговорить. Как-нибудь хотите поговорить, мне не важно. Но, собственно, ПВО, ну, не специалисты по ПВО стоят на улице и протестуют, и в фейсбуках пишут не специалисты по ПВО. А это некая схема техническая, которая содействует тому, что увеличивается возможность взаимодействия в противовоздушной сфере. Да, это давно есть, это работает. Это просто сейчас об этом прочитали, слова какие-то увидели. Պարոն Սկանդարյան, նոր բանակցություններ են սկսվում, նախորդի դեպքում Վիեննայի դեպքում Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ մեր նպատակը ստատուս քվոյի պահպանումը չէ, մենք հավերժ չենք պատերազմել։ Նման հայտարարություններ Ադրբեջանում, Ադրբեջանի օգուտ Ադրբեջանի չի ընկալվի արդյոք, եւ բանակցություններում դա խնդիր չի առաջացնի ի վնասմեն։ Вы что думаете, что во время переговоров кто-то всерьез относится к тем словам, которые политики говорят у себя в странах? Нет, конечно. Там, если там переговоры проходят по-разному, иногда на них вообще ничего не обсуждается. Иногда стороны так далеки друг от друга, что практически не удается их свести. Иногда там бывает серия монологов. Чаще они обсуждают некоторые вещи, которые в публичной дискурсе вообще не выносятся совсем. Ну, например, Азербайджан давным-давно в переговорных форматах согласился реально, в устных переговорных форматах, на минские принципы. В публично это господин Алиев просто сказать не может у себя в стране. О территории, собственно, Нагорно-Карабахской автономной области, бывшей, там, в общем, практически никто не говорит. Речь идет о формате, при помощи которого его можно было бы, так сказать, зафиксировать ту реальность и так далее. Нет, на переговорах будут пытаться сохранить ту ситуацию, которую есть, и те слова, которые политики говорят, тем более они же разные слова. Ну вы послушайте, скажем, Алиева, да скажем того же Сербсаксяна. Сербсаксян в Брюсселе, Сербсаксян в Вашингтоне, Сербсаксян в Ереване, Сербсаксян в Москве и Сербсаксян в Степанакерте. Это разные Сержи Сербсаксян. Если контент-анализ проводить, мы это делаем в институте, просто работаем с этим. Да? Ну, политикам язык же дан не для того, чтобы... Они же не пророки Моисеи, не для того, чтобы истину говорить. Политика в их словах инструмент, они работают на несколько групп публик одновременно и говорят то, что нужно в разных местах. И это нормально, ну что, работа такая.